Привет! Сейчас мы с вами поговорим о моторном масле Mobil 1 5W50. Mobil 1 является одной из лидирующих в мире марок синтетических масел, которые обеспечивают наивысшие эксплуатационные свойства. Полностью синтетическое моторное масло Mobil 1 5W50 является проверенным временем и отлично зарекомендовавшим себя продуктом. С Mobil 1 5W50 двигатель вашего автомобиля будет эффективно работать в самых тяжелых условиях эксплуатации, будь то обычное вождение, либо автогонки. Это масло подходит для большинства европейских автомобилей с бензиновыми двигателями, такими как Audi, Mercedes-Benz, Porsche, Volkswagen и Skoda. А также оно подходит для автомобилей с дизельными двигателями без сажевых фильтров. Какие же еще преимущества у моторного масла Mobil 1 5W50? Предотвращает образование шлама и отложений, обеспечивает длительный срок службы и чистоту двигателя. Антиоксиданты способствуют продлению срока службы масла. Широкий вязкостный диапазон способствует обеспечению защиты как при высокой, так и при низкой температуре. Для превосходной всесторонней защиты от износа создана комбинация высококачественных базовых масел с тщательно сбалансированным пакетом присадок. У этого продукта есть следующие допуски: POAPI, SN, SM, POACA, A3B3, A3B4, а также Volkswagen 501-01, 505-00, Mercedes-Benz 229-3, 229-1, BMW High Performance Diesel Oil, Porsche A40 и Lexus LFA Service Fill. При покупке этого моторного масла внимательно осмотрите канистру, проверьте, чтобы она была закрыта. С обратной стороны этикетки есть инструкция по выяснению изготовителя. Снизу на канистре указана информация о дате производства данного продукта. Mobil 1 5W50 изготовлена в Финляндии. Самый главный вопрос: где вы можете приобрести оригинальную продукцию Mobil 1 5W50? Мы вам рекомендуем это сделать в автомагазине Euler, так как Euler является авторизированной точкой продажи всей продукции Mobil. Не забывайте подписываться в наши группы в социальных сетях, следить за новостями и участвовать в конкурсах. Пока! Участникам наших групп в социальных сетях скидка 3% на товар.